Au! Ну что, ребяточки, привет! Как обычно, прямой эфир с Дома 2, не несущий абсолютно никакой смысловой нагрузки. Сегодня нам дали интернет пораньше. Привет-привет всем, кто присоединяется ко мне. О, Саш, привет! Кейт Фил, всем привет, друзья! Сегодня солнце еще пока у нас не село. Вот, я вышел в прямой эфир, дали на 40 минут, поэтому давайте поболтаем. Покажу вам, как все это выглядит при свете дня. О, Танюха Черно. Здорово, здорово, здорово. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давайте, Вжик, привет. Анина, привет. Ой, Смирнов Виллаж, здорово, здорово, здорово. Всем, ребяточки, привет, 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 привет. Вот, смотрите, какая уже не лысый, ну да, отросло все. О, Ленка, привет. Шаров, Сармович, привет, друзья, всем, кто предзаходит ко мне в прямой эфир. Давайте посидим. Давайте. Зуева, привет. Алексакс, привет. Вот, смотрите, Катюха. Вот такая вот красота у нас, ребята. Вот все это выглядит приблизительно вот так. Вон у нас там Здорожная, привет. Санек, вон сидит Вика. Адель Сакс, привет. Постригся, почему? Почему я постригся? Да, Адель Сакс спрашивает, а где я есть? Я есть где? На Доме 2, на Сейшилах. Вот где я. Привет, привет, привет. Постригся, почему? Как раз перед вылетом на Сейшилу у нас был конкурс на поляне на самую креативную прическу. И так получилось, что самая креативная прическа вышла у меня. Поэтому я вот сейчас хожу вот с такой креативной прической. Снегу намело вчера. Да, ребят, я знаю, что в Москве намело снегу, в Нижнем тоже намело снега. Поэтому... О, Наташа, привет, Чебоксары. Никитина, здравствуйте, 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 здравствуйте. Так, у нас там горы. О, Иван Григоров. Здорово, братец. Чё, как жизнь молодая? Сейчас я переключусь на камеру на другую и покажу, как это все выглядит. У нас уже закат, время 20 минут седьмого, солнышко садится, скоро станет совсем темно. Наша площадка, там новая вилла, вот там у нас Лобная, если я еще кому не показывал. Ну а вот это у нас океан. Индийский океан, Индийский океан. Сейчас пойдем посмотрим, пришла ли рыба какая-нибудь. Так, Олеся с Сережей уже помирились, уже не ругаются. О, Кристина Кукушкина, привет! Привет, Крис! Привет, привет, привет! С победой! А, с победой за креативную прическу ты меня поздравляешь, да? Спасибо. Блин, тут столько живности. О, ребятки, пока... Смотрите, пока вы со мной, давайте я вам, пока солнце еще не село, есть возможность показать. У нас тут живут две огромные черепахи, которым лет по 300, наверное, может быть 400. Сейчас, 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 пару сек. Итак, мы идем сюда. Так, смотрите. Готовы? Переключаюсь. Та-да-да-да. It's so big, Тартула. Да? Передай привет, черепух. Ну, чтобы вы понимали, вот моя рука, а вот размер черепахи. Так, почему Белая и Олеся на яхте? Белая и Олеся на яхте, потому что сегодня на остров приехал весь ССЛ. Их отправили на яхту, поэтому Белая
и Олеся на яхте. Вот они почему. Они поехали встречать ребят. Так. Давайте с этой стороны посмотрим, как это все выглядит у нас. Чунь-чунь-чунь-чунь. Это моя вилла, с которой я вам обычно веду прямые эфиры. Оушен. Прямо вот здесь мы ловим рыбу. Так, прическа раньше лучше была. Несомненно, лучше. Кому-то нравится. Вот видите, у меня, я сейчас похож вот на этих человечков, которые у меня вот здесь вот. Приблизительно такой же. Вот, Нинуля 385. Привет, привет, привет. Так, Евгения Гвоздь. Так, капец там ужасный инет. Ну, да, инет очень ужасный у нас здесь, потому что мы же находимся на острове, на необитаемом. Откуда здесь инет? О, летучая лисица летит. Сейчас я вам покажу. Может быть, еще кто-нибудь где-нибудь пролетит? Я вам обязательно покажу. Так, идем, давайте поболтаем, походим. Че, как у вас там дела в средней полосе России? А то мы тут в тропиках совсем, совсем зажрались. А, кайф, пишет Ленка, да, по-любому кайф. Так, Диана Откидач, добрый день. Спасибо, что присоединились к прямому эфиру. Моя лысая башка. Сегодня, если честно, даже на улице не мог сидеть. Сегодня снимал очень крутой видос для проекта «Дома-2». Так что очень-очень скоро я был в виде гладиатора. Очень скоро выйдет он, ну, во всех соцсетях. Вот, и вы увидите, это бомба. Вон, летучая лисица, сейчас покажу. Диана, 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 Диана. Все, ушла. А, вон летит, смотрите. Где? Щух. Не, Анжелика, ни у вас, ни у одной виснет интернет. О, Женечек присоединился. Женечек, здорово, 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 здорово. Как делище, братец? Как у вас там в Москве дела? Скучаете по нам, по реальным пацанам? А то мы здесь отдыхаем. Сегодня у нас такой лайтовый день. Вообще дают отдыхать. Точнее, дали отдохнуть. Практически целый день. Лейла-ла-ла-ла присоединилась к нам. Он нам чайков что-то лазит, рассказывает кому-то, как обычно. Вы мне завидуете? Не, Крис, не надо мне завидовать. Че? Не, хотя завидуйте, завидуйте тут. Очень круто, конечно, завидуйте. Потому что на улице сегодня 36, была жара. Спалил весь свой тело. Просто все сгорело. Сегодня занимался подводным плаванием, видел рыбу иглу, огромное количество морских ежей, плавал на байдарке. Участвовали в конкурсах, записывали сюжеты, снимал видос как раз для кастинга «Дома-2». Короче, было очень-очень круто. Вот, поэтому... Что-то башка прошла. Ну, Кристин, как у Женька дела? Все хорошо, вон летит. Тварь ушла. Не успел снять, не успел. Ладно. Короче, полно. Без тебя. Индийский океан. Кстати, ребят, вы знаете, в Индийском океане есть акулы или нет? Посмотрите, пожалуйста. Есть акулы? О, Маша Середкина, привет! Вон, видите, кто как ведет прямой эфир? Кто ведет по стою? По попу в воде. Кто-то лежит в гамаке, вон Захарьяш в гамаке, вон Диман Чайков. Ты же сказал, что ты отправляешь заявку на кастинг и приходишь сюда. Там Игорян как раз без отношений. Вот, голос красивый, спасибо. Я могу делать различный голос, дамы и господа. Вот так. Здесь у нас тренажерочка наша.
Так что сейчас еще немножечко солнце уйдет. И будем... Пойдем тренироваться. Сейчас вам покажу. Вон наша красотуля Стацевят сидит, ведет прямой эфир. Привет, привет. Да, умничка. Вон еще одна красоточка, Алина Галимова. Как ты себя чувствуешь, Алин? Херово, она болеет. Давайте, напишите, чтобы она выздоравливала и не болела. Яна Бурлакова. О, Яна, привет. Илюхе огромнейший привет передавайте с Сейшельских островов. Так, это наш бар. Сейчас будем пить. Что-нибудь пить. Я буду пить сок. Без сахара. Я не знаю, что это за фрукт. Но он очень вкусный. Без тебя. Вон, посмотрите пока на закат. Живности тут, конечно, всякой, просто дай боже. Вкуснятина. Так, мом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Присоединился, привет-привет. Все, еще долью чуть-чуть этой вкуснятины. Выпишу ее. Нет, мы не с Викой, ребят. Мы не с Викой. Так. У него говорит, лучше не спрашивать. Скоро к тебе, видимо, на дом 2 придет. Так, кто ко мне придет? Крис, кто ко мне придет на дом 2? Давайте, приходите. Буду рад всех видеть, слышать. Виталик, здорово. Ну что, Виталик, ты у нас уже здесь был, ты это все видел. А это все там так и ведет прямой эфир. По пояс в воде. Так вот. Давайте, друзья, за ваши холода в средней полосе. Ладно, шучу, чтобы они быстрее уходили, снег растаял. И тепло пришло и в ваши дома, и города. Очень вкусно. Мыть пока не буду, приду попозже после эфира, прям помою. Давайте мы сейчас с вами выйдем еще на один дикий пляж, я покажу вам другую сторону. О, Наташа, привет! Наталья Елесина, мы рады вас приветствовать в нашем прямом эфире Сейшельских островов. Так, смотрите, сейчас я выхожу на другую сторону острова. О-о-о! Бля! Интернет, что ли, закончился? Жестко. Жду, когда появится подсоединение новое. Тан-т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 ан. Видимо, пора возвращаться обратно.
Слушайте, эфир постоянно вылетает, потому что я тут брожу по острову, и периодически интернет переключается на другие места. Поэтому... О, Андрей Масленников. Масленников. Слушайте, извиняюсь, что он постоянно вылетает. Это не специально. Братко, присоединился мой братко. Евгешка, здорово. Евгеша, смотри, что тебе покажу. Сейчас закат. Шесть человечков. Русалка. Кто русалка, Наташ? Посмотреть. Четыре человека. Три человека у меня в прямом эфире. Это прекрасно. Даже два. Неразгаданный сон. Ну давай, вон, брат, включим. Опять интернет пропал, а? Сейчас уйду в другое место. Опять появился.